Всем-всем наидобрейшего утречка. Все возюкалки в сборе. Ой, Шейхунька с Фейкой уже бодаются, да? Ой, лялюшка, ты на кого тут ругаться уже? Успела, а хвост-то машет. Доброе утро всем желает этот хвост ненаглядный, да? Ой, ты маленькая хвостатик. А ты ругается. Милусенька у нас еще сонная девчонка вся. О, тут мать с сыном, да? Уже это, бесится, резвятся. А там Бегусенька, мне кажется, спряталась. Пойдем посмотрим, где Бегусенька у нас спряталась. Она же у нас сейчас уединяться любит. Так, Айки, пустишь меня туда посмотреть? Ты колёсико маленькое. Тоже доброе утро всем желаю, да? Ай, Донечка, а ты меня лапкой царапаешь, чтобы я тебя погладила тоже, да? А, там Бегусенька ругается на кого-то. Да? Донечка, наша плюшевая собака такая. Всем желаю доброго утра, хорошего настроения, да? Веселого денечка такого, начала новой недели. Нужно всем бодрости, сил, терпения. Везение во всех делах, да? Ну, а этим у них все есть. И бодрость, и силы, и смелость, да? Это будет опять горшки опрокидывать цветочные, да? Малышня такая. В общем, все уже веселятся, все бесятся. У всех доброе утро. Лялька, он воюет с малышами. С обоими причем, да, Лялюшенька? Ай, лопаточки, как нежненько. Милота, да и только, да? Суровая мать чему-то обучает своего сыночка. Да, всем хорошего понедельника, счастливого дня и до новых встреч, наши дорогие.